Бизнес-психолог – это эксперт, который объединяет в себе знания бизнеса и психологии. Нужно знать и понимать, как устроен бизнес, бизнес-процессы, отношения с командой и так далее. Но для того, чтобы это все работало и работали те инструменты, которые предприниматель, основатель бизнеса, эксперт внедряет в своем проекте, это все зависит от того, какой у него психоэмоциональный уровень, фон, особенности его мышления, его психологии и так далее. Поэтому бизнес-психология – это такая база на то, чтобы инструменты бизнеса работали более эффективно. Энергетика человека – это такой невидимый наш энергоинформационный объем, наше поле информационное, которое, по сути, формируется тем, что человек своим физическим телом излучает. Какие он излучает эмоции, какие излучает мысли, в какие убеждения верит. И от этого всего формируется энергоинформационное поле человека. И на самом деле именно это энергоинформационное поле и влияет на то, как формируются результаты в нашей жизни, в нашей деятельности. Поэтому работаю я через проработку состояний, убеждений. И именно это меняет качество энергетики человека. Отношения с родителями напрямую влияют на нашу жизнь. И может показаться, ну что в этом вообще такого важного, да, ну папа сам по себе, мама сама по себе, но мы являемся детьми своих родителей. И когда мы на своем месте, а папа и мама за нашей спиной, папа за правым плечом, мама за левым плечом, то мы получаем энергию, и не только энергию папы и мамы, мы получаем вместе с папиной энергией деньги, признание, профессиональную реализацию, отношения с людьми, мы получаем вообще успех в бизнес-проектах, успех социальный, я имею в виду. Когда мы принимаем маму, то вместе с мамой мы принимаем собственную ценность, любовь к себе, мы чувствуем место в системе, в любой системе, будь то система государственная, организация, система страны, система вселенной и так далее. Да? То есть в любой системе нам есть место, когда мы находим место в системе своей мамы. По сути, мы в ее животике все оттуда пришли, и мы изначально родом из маминой системы, из маминого организма. Поэтому маму мы принимаем как систему. И, конечно, если эти энергии по папе и по маме у нас приняты, интегрированы, то сами делайте выводы, как это положительно влияет на наши успехи в жизни. Угу. Хороший вопрос, и у многих может сложиться впечатление, что надо вообще родителям выкатить огромную претензию, что они как-то там нас недолюбили, они как-то недобыли нашими родителями и так далее. А здесь я что хочу сказать, что вопрос такой, да, кто кого выбирает, еще большой вопрос. Родители ли причина того, что мы у них появились, или мы, как душа первоначально, да, с уровня души мы выбрали этих родителей себе. И с уровня души мы выбрали себе тот набор опыта, который нам дали наши родители. И все это не случайно произошло с нами, поэтому ответственность нужно повернуть на себя. И на самом деле только тогда и получаются изменения, когда человек на себя поворачивает ответственность и начинает уже двигаться из своей ответственности. Да, мы прорабатываем где-то травмы с папой и мамой, но ответственность за эти травмы полезно удерживать на себе. Астрология – это та сфера знаний, с которой вообще началось мое путешествие в глубинные познания нашего подсознательного. И разные астрологи, они делают акценты на разных информации из натальной карты, из любых астрологических прогнозов и так далее. Я как астролог смотрю прежде всего кармический путь и предназначение человека. В натальной карте можно увидеть, с каким опытом пришел человек, его душа точнее, и к какому опыту нужно прийти, то есть какой проделать нужно путь трансформации, изменений, которые, по сути, мы предназначены на эту жизнь. Вот из этого и идет понимание предназначения, какую эволюцию мне предназначено пройти. И знание это помогает мне, знаете, самый короткий путь человеку предложить в его работе с собой. Самый короткий путь. Хотя, конечно, он не очень короткий, и наша трансформация длиной в жизнь. Но чем точнее и лучше ты понимаешь, что тебе конкретно нужно проделать, тем более точные действия, более точные инструменты ты будешь использовать.
Да, конечно, человеку нужен учитель, наставник, тот, кто его проведет в это знание, но тем не менее потенциально каждый человек может научиться работать со своим мышлением. Мои марафоны – это каждый марафон на определенную тему выдает весь объем структурированной информации, что конкретно по данному запросу рекомендуется проработать. Вот из всего, что я знаю по каждой теме, я в свои марафоны вложила весь объем этих знаний. Все, что нужно знать для того, чтобы ту или иную тему трансформировать у себя. И каждый мой марафон, он как раз обучает людей работать со своим мышлением, обучает понимать, видеть эти подсказки извне, от своего тела, от своих близких. Ребенок, муж, мама, папа, наше тело физическое, те, кто с нами в одном поле, это все люди, по сути, отражающие нас же, наше же зеркало. И каждый мой марафон, он помогает все лучше научиться видеть эти подсказки извне и работать со своим мышлением по той или иной теме. Да, можно. Можно вообще ничего не менять. Можно просто жить, как многие, ну, может быть, мечтают. Они взяли просто жить. Просто жить можно и ничего не менять. Но в этом случае мы не идем в новые какие-то для себя уровни. Мы скорее проживаем какой-то зацикленный сценарий жизни. Мы просто живем и крутимся по одному такому выученному для себя сценарию. Но если человек хочет перейти на новый уровень, как делает такой виток спирали вверх, то выход на новый уровень по-любому потребует от него изменений каких-то. Нужно измениться, чтобы выйти на новый уровень, что-то качественное в себе поменять. И для тех, кто стремится к новым уровням и постоянно хочет выходить на новые уровни, то нужно просто понять, что работа с мышлением, какие-то внутренние процессы осознания, изменений – это просто мой стиль жизни, и не надо ждать, что это когда-то закончится. Потому что есть тоже такое у людей ложное ожидание. Вот сейчас я пройду какой-нибудь марафон, и, наверное, все, моя жизнь изменится. Больше мне не надо будет учиться или там что-то менять в себе. Нет, это просто образ жизни. Образ жизни для тех, кто хочет чего-то нового и стремится к новым уровням. Но если вы ничего не хотите, то вы можете ничего не делать.